сейчас я здесь, в Могилеве. Два ударных концерта третьего дня фестиваля «Золотой шлягер». Танцплощадка и конкурс молодых артистов. Молодежь не суеверна. Интервью перед выступлением запросто. Тиран Бабаев из Азербайджана рассказывает, как готовился к поездке в Беларусь. Да, мы по скайпу со своими знакомыми говорили, что интересно. Я о погоде поговорил. В смысле, как мне одеться, холодно будет или не холодно. Мне сказали, что будет, как, в принципе, как в Баку. Алене Елизаровой из Узбекистана было проще. Как говорится, имей 100 друзей. Я уже много раз была в Беларуси, мне очень нравится эта страна. У меня очень много друзей-артистов с Беларуси. Просто не готовилась, объехала как домой. Как бы там ни говорили, конкурс – это всегда соперничество. Каждый хочет показать свои лучшие качества. Белорусский композитор, народный артист СССР Игорь Лучинок сразу замечает разницу между певцами разных поколений. Все-таки в песне, тем более в шлягере, самое главное – душа. А тут немножко превалирует голос. А молодежь и не думает унывать. Здесь и кроме конкурса много всего интересного. Я купила много сувениров, матрешек, потом поделки глиняные, потом вязаные ваши носочки. Город очень большой, очень красивый. И тем более, что осенью он замечательный, в золотых листьях. Это очень, так сказать, порадовало душу. Здесь можно шикарный клип снять. Сразу такое ощущение, потому что столько листьев в Баку нету. А теперь добро пожаловать на танцплощадку. Первые хиты публика встретила в некотором смущении. Но ритмы ламбады от Барбары заставили пуститься в пляс даже самых скромных. Уже за сценой кубинка призналась, что собиралась исполнять совсем другую песню. Pero fantástico. Aquí a todo el mundo le gusta mucho la música latina. Здесь очень хорошо понимают латинскую музыку. Но что же может заставить спуститься в пляс кубинцев? Оказывается, наш белорусский шлягер. Белорусская группа «Беатрис» признаются, что повод для танцев находит в каждом новом дне. Viva Могилев, viva Куба! Певец Александр Солодуха готов плясать под собственные песни. Там, где зреет виноград. Свободное от песен и танцев время группа «Нана» взяла в руки лопаты. Ребята работали дружно под мудрым руководством Барри Алибасова. Кстати, вот это дерево будет исполнять. Приходите сюда, загадывайте желание, привязывайте вот сюда вот ленточку, и желание сбудется. Я не слышу ваших аплодисментов! 13-й «Золотой шлягер» проводится в 13-м году. 13 октября завершится. Звездная дочь звездной мамы, певица и актриса, заслуженная артистка России Кристина Арбакайте такому совпадению только рада. Я попала как на чертову дюжину-то к вам. Но 13 на самом деле у нас достаточно счастливое число в нашей семье. К могилевскому «Золотому шлягеру» у Кристины особенно теплое отношение. Это, наверное, просто лишний повод встретиться и вспомнить хорошие песни, попеть вместе. Не все же в караоке петь, да? Можно же попеть в зале вместе с любимыми артистами. «Шлягер» продолжается. Впереди большой сольник Юрия Антонова и сборный концерт «Застольные песни». Коль шлягеры, так от души. С тобою вдвоем встречали.